В жизни каждого родителя наступает такой момент, когда пора выходить на работу и решить важный вопрос. Отдать ребенка в детский сад, оставить его с бабушкой или нанять няню. Психологи и педагоги единодушны – детский сад – лучшее решение. Ведь именно здесь дети получают важнейший навык – навык общения. Это сверстники, это развитие коммуникативных способностей. А коммуникация – это как навык будущего, его называют, да? А коммуникативные навыки могут только в обществе сверстников развиться у детей. Это умение решать конфликты, умение договариваться. Только вот в детском саду, но в любом детском коллективе ребенок может эти навыки приобрести. По словам детских психологов, лучше всего дети привыкают к детскому саду в возрасте от 2 до 3 лет. Занять такая адаптация может от 2 недель до 1 месяца. В некоторых случаях может уйти и год. Все зависит от того, насколько не только ребенок, но и родители будут готовы. Узнать требования, которые предъявляют к ребенку, узнать режим, меню. И чтобы требования в детском саду и в семье, они были для ребенка, ну, похожими, тогда у ребенка будет стабильность, ему будет комфортно. Далее важно подготовить ребенка к разлуке. Еще до того, как вы начнете ходить в детский сад, нужно пробовать оставлять его с кем-нибудь из родственников, чтобы он имел опыт расставания с родителями. Тогда разлука будет не таким шоком. Затем уже в детском саду помните: долгие проводы, лишние слезы. Чем короче будет момент расставания, тем ребенку проще успокоиться и переключиться. Родителям я всегда советую уйти погулять на улицу, потому что дети обычно плачут, и это нормальная реакция для ребенка в новых условиях. И если родители тоже начинают сильно переживать, ребенку, конечно, это передается, и ему пережить этот период сложнее. А пережить его необходимо, потому что это привыкание к новым условиям. Это новая ступенька в развитии ребенка. Первые 1-2 недели специалисты рекомендуют оставлять ребенка 2 часа. Если все хорошо, то далее уже 4 часа до обеда. Затем и на дневной сон. Но даже если все хорошо, в возрасте 2-3 лет лучше забирать ребенка до 5 часов, чтобы вечером он мог отдохнуть. Дома необходимо дать возможность расслабиться. И тут главное не перестать стараться. Чтобы у него не было таких искусственных условий в семье, да, что никаких у него трудностей нет, чтобы он учился преодолевать трудности. Ведь поход в детский сад – это тоже трудность. Если ребенок уже привык эти трудности преодолевать, он и эту трудность преодолеет и к этим условиям приспособится. А еще помните, первый поход в детский сад – это большой стресс и напряжение не только для нервной системы, но и иммунитета. И нужно быть готовым к тому, что ребенок может начать болеть. Единственный совет, который здесь можно дать – заниматься профилактикой, укреплять иммунную систему и постараться сделать так, чтобы еще до садика ребенок имел опыт общения со сверстниками.